76-летняя жительница Рослякова обратилась в полицию. В одном из магазинов бывшего поселка у нее украли кошелек. Причем вор попал в объектив камеры видеонаблюдения. И, судя по снятым кадрам, им оказалась другая пенсионерка. При выяснении обстоятельств на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов почти сразу отмели в сторону причастность к инциденту продавцов. На видео заснят по-настоящему курьезный случай. Одна из посетительниц павильона, воспользовавшись тем, что кошелек оставили без должного присмотра, забрала его себе и даже успела проверить, есть ли внутри деньги. Причем, когда потерпевшая вернулась, разыскивая пропажу, злоумышленница еще не успела скрыться. Она даже сделала вид, что пытается помочь женщине в поисках кошелька. Однако задержать виновника по горячим следам не удалось. Сейчас полицейские ведут розыск. Всем, кто узнал подозреваемую и может помочь следствию, можно обратиться в дежурную часть по телефону 02. Анонимность гарантируется.